Всем привет! Ну что ж, мы сегодня снова прокачиваем чакры. И сегодня у нас на очереди анахата, сердечная чакра. Идет партия басовый варган, ультра-бас. Сфера и варган лотос, средний-высокий. Сейчас будет техника вибродыхания и турбодыхания. Это дыхание ртом, при которой на один удар по язычку идет выдох-вдох. Также нужно здесь использовать гласные А, О, И, Э. Давай начнем с медленного темпа. Эта чакра отвечает за здоровое сердце, правильный импульс, за некоторую часть дыхательных органов, легких, трахеи. Но прежде всего ее функция это уже идет, скажем, более возвышенная энергия. Она позволяет лучше чувствовать людей, уметь прощать, уметь любить, уметь понимать.